Вот это сорт язык дракона. Долго он сидел, не краснел. Я думала, может быть, он не будет красным. Вот в таком он состоянии был, в зеленом. Но потом все-таки покраснел. Растет на балконе, может быть, на дачном участке. Как-то будет по-другому. Или не на дачном, просто на участке, на огороде. А вот он маленький. Такие вот перчики. То есть он в маленькой у меня, в маленьком горшке, и вот невысоко, невысоким вырос. И считаю это как в тепличных условиях. Завязи очень много. Думаю, что в открытом грунте он будет совершенно... Ну, у него будет много. Много плодов, много перцев. А вот на балконе вот так. Ну, радуюсь тому, что есть. Так что, кому было интересно, как вырастает этот сорт, в каком он виде, то вот так. Все. Всем спасибо. До свидания.